русские народные древние музыкальные инструменты. Здесь не только русские. Дело в том, что я коллекционирую и изготавливаю инструменты разных времен и разных народов. В основном древние и те, которые насчитывают уже много-много тысяч лет. Сейчас я в руках держу инструмент, который распространен практически по всему свету, по всему земному шару, и он называется окарина. Это моя авторская работа. И предлагаю вам послушать звучание этого инструмента. Тоже очень древний музыкальный инструмент, который также распространен по всему миру. И нужно считать, что он известен только у чукчи. Это варган. Варган по-славянски – это варги, это уста. We'll be right back.
Лошадь – это неотъемлемая часть донских степей, да, на которых путешествовали, воевали, просто катались наши предки. Я вам сейчас покажу немножечко, как можно при помощи этого инструмента показать лошадиный скач. Флейта североамериканских индейцев, которая называется Love Flute, или же флейта любви. Моя авторская работа. Это флейта. И последняя флейта, самая-самая славянская, это флейта австралийских аборигенов, которая называется диджериду.
не заканчивать на совсем такой серьезной ноте, я чуть-чуть вам сыграю еще на одном музыкальном инструменте. Большое.